And now, three rounds in the ACB middleweight division. Introducing first the fighter on my right, fighting out of the blue corner. He is a boxer, standing 185 centimeters tall, weighing in at 84.4 kilos. His record perfect at 3-0, fighting out of Grozny, Russia, Umar Gaisumov. And now his opponent, fighting out of the red corner. He is a BJJ specialist, standing 187 centimeters tall. He weighed in at 84.2 kilos with a record of 3 wins and 2 defeats. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Gregory RoboCop Rodriguez. Your referee when the action begins, Osiris Maya. Первый раунд начался. Пошел вперед Умар Гайсумов. Перчатки с синим скотчем — это российский боец. Перчатки с красным. И вот сейчас пытается провести тейкдаун — это бразилец Грегори Родригес. Забирает он левую ногу Умара Гайсумова. Будет ли подсекать? Вот вопрос. Да, попытка подсечки, но смотрите, очень неплохо стоит на ногах Умар. И несмотря на то, что он стоит на одной ноге, сейчас хорошо накормил он Родригеса на встречу с рук. Подключает Гайсумов колено. И сейчас была попытка Гайсумова уже, возможно, перевести соперника в партер. Пока у нас клинч в стойке. Ну вот да, у меня ощущение, что была попытка Умара бросить, но удержался. Робокоп — это прозвище Грегори Родригеса. Пока вяжет Робокоп Умара Гайсумова. Такая у нас пауза в активных действиях. Клинч в стойке. Вот мы видим, отвечает, подключает руки бразилец периодически так. Ну и в итоге заканчивается все тем, что возвращает на дистанцию стойки бойцов рефери. Прекрасный правый от Умара Гайсумова. Видно, хорошую боксерскую школу. И это может быть нокаут, если доделает Гайсумов свое дело, если довершит разгром. Пока не останавливает рефери поединок. Вот очень хороший эпизод для Умара. Попытался встать бразилец, пропустил при подъеме. Мы видим гематома. Тяжеленные удары пропускает. И смотрите, отвечает как бразильский боец. И вот так вот. Кто бы мог подумать. Казалось бы, был на грани нокаута бразильский боец Грегори Родригес. Но здесь, в этом виде спорта, может случиться все, что угодно, учитывая весовую категорию 84 килограмма, а в день боя, наверное, и побольше. Был на грани поражения в первом раунде Грегори Родригес, но...
карьере, но ничего страшного, главное сделать правильные выводы. Ladies and gentlemen, Osiris Maia stops the fight at 243, round number one. Your winner by TKO due to strikes, Gregory RoboCop Rodriguez! Выиграл в первом раунде, причем выиграл, в общем-то, ярко и, возможно, даже неожиданно, исходя из ситуации. И в любом случае, уважение Умару Гайсумову.